Привет! Это видео о том, как сыграть песню Виктора Цоя «Видели ночь» на фортепиано. Мы тоже видели ночь и не раз. И поэтому, дабы лучше наш стал контент, нужно чуть приукрасить гитару. Это обязательно. Вот, Цой жил, и кому не нравится, выключайте видео сразу. Теперь гитара готова. Собственно, с нее мы и начнем. Покажем вам, как это выглядит на гитаре, а далее уже на фортепиано. Отстегнулся. Бывает, когда плохой ремешок. Ну, или вот так. Все понятно. Далее фортепиано. У нас замечательное фортепиано Антон Петров 1917 года. И заметьте, оно специально переделано под левшу, так как я амбидекстер. Ну, поехали. Сними поближе, а то потом будет жаловаться. Собственно, у нас здесь ля минорная гамма. Начинается у нас все с 4 аккордов, ими же и заканчивается. Виктор Цой был краток. Вот, аккорд до мажор, соль мажор, ля минор, фа мажор. И вот, мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам некуда ехать, и нам незачем ехать. Мы гуляем одни на нашем кассетнике. Кончилась пленка, смотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Ну, собственно, в таком духе. Главное, ритмика. То есть... Также можно, конечно же, сыграть с басовой, но это, в принципе, в нашей задаче нам, по сути, и не нужно. Можем чуть-чуть опустить октаву. Также мы можем, как бы, сыграть мелодию Виктора, но лучше за Виктора спеть, так как Виктор жив и все оценит. Вот. У кого кривые пальцы, советую беливниты. Они выравнивают пальцы. Вот, если вы видите, вот этот у меня уже выровнялся. Ну и, собственно, у нас есть еще израильская блокфлейта. И я думаю, на ней будет наглядно видно, как хорошо звучит Виктор Цой. Ну, как-то так. У меня очень хорошо получается. Поэтому еще навскидочку я вам сыграю Виктора на диджериду. Это очень хороший инструмент и очень хорошо получается играть на нем Виктора Цоя. Ну, как-то так. Если еще более, как бы, с эмоциями. Как-то так. Я, конечно, не волшебник, я еще учусь, но вы подписывайтесь на канал, а также можете помочь нам для записи нашего музыкального альбома легендарной группы «Пещерные люди», либо же «Тарас Рэд». Подписывайся, ставь лайки, короче, следи за нами, и мы будем следить за тобой.